Имам Бахаи говорит: «Вазалик анналлаха таали янсабу мизанан лягу лисан ва кифатан». В судный день Всевышний Аллах субхана ва тааля установит весы, у которых будет две чаши и язычок. Многие молодые люди представления даже не имеют, что раньше весы так были. То есть чаша. Вот сюда ложили килограмм гирю, допустим. Сюда ложили килограмм картошки. И вот если вот этот язычок вот так ровно, тогда что говорю? Все, тут килограмм. В арабских странах хорошие есть обычаи бараклуфик. Во многих арабских странах, в которых я был, они всегда больше кладут. То есть они всегда тебе отдают. Если, например, положили сюда килограмм картошки, то есть у тебя должен быть язычок ровно. Если перевешивают, тогда они тебе только дают. Это очень хорошая вещь, баракалуфикум, которую нужно воскресить. Каждый из этих весов размером, как между Западом и Востоком. Вахталифу фи кайфиятиль вазан. Среди ученых было разногласие, каким образом будут взвешиваться, то есть дела. Факаля бадухум, некоторые говорят, тузану сахайфу ля амаль. Варуина, говорят, будут взвешены, что свитки. И в довод приводят хадис аннараджулин юншару алейхи тисауцауна сиджилин. Перед одним человеком раскроют 99 свитков. Кулью сиджиль маддаль басар. То есть каждый из этих свитков, как вот раньше же свитки уже открывали, же читали, то есть каждый из них, братья, до горизонта. 99 таких. И в них записано, что грехи. Фаюх раджуля убитака. И вынесут маленькую бумажку. Фига шагада ля иля иля ла. В ней будет шагада, свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Вашхаду анна Мухаммадан абду ва расулю, я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Сказано свидетельство, братья, не просто слова. А свидетель, человек, когда свидетельствует? Тот человек, который говорит ля иля иля ла и сердцем верит, что только одному Аллаху можно поклоняться, вот он свидетельствует. Тот, кто говорит Мухаммадун Расулюлла, и он сердцем верит, что можно поклониться Аллаху только так, как узаконил Мухаммад и запрещены все эти бидра, этот человек свидетель. А иначе он говорит, что просто болтун говорит. Фатуда усиджилят фикифа, и вот эти вот его свитки положат, то есть каждая до горизонта 99 в одну чашу. Уабитака фикифа, а эту бумажку на, или же этот свиток, на котором было написано шагада, на другую, фаташа та сиджилит сиджилят вафакулят рубитах, вылетят эти 90 свитков, и останется вот этот маленький клочок материи, или же бумаги, то есть это свидетельство ля иля ла. Братья баракалуфикум, в этом указании на тяжесть этих слов. И, соответственно, братья, никогда не говорите ничего плохого о тех уляма, которые призывают таухиду. Они, братья, настолько же тяжелые, братья, у Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Насколько тяжелая. Представьте, маленькая бумажка ля иля ля. А тут алим, братья, такой, как Ибн Баз, такой, как Усами, который всю жизнь свою потратили в распространении таухида. Если эта бумажка вылетела 99, вот этого алима, когда положено веса, ты представляешь, ты где ты летаешь? Пух — это ничего по сравнению с тем, когда у тебя вот этот твой грязный язык мунафика, пускайте, ты начинаешь обсуждать этих уляма, Аллаху мустан.